Всем привет! Сделал я коробку, друзья. Сделал-то я еще, короче, сутки назад, в общем, грубо говоря. Но не было. В общем, сперва, то есть было. Первая, вторая передача. Задняя очень туго включалась. То есть, ну вообще практически включалась. Оказалось это из-за того, что неправильно отрегулировал кулису маленько. То есть не саму кулису, а вот вал получается, который держится на валу трубки. Вот. В итоге вчера заехал на яму. Все отрегулировал. Все работает. Вот, то есть я тут не поставил еще чехол на коробку. На рычаг коробки. Переключение передачи, так скажем. Потому что что-то надел, короче, вот этот набалдачник, а снять его обратно не могу. Вот такие вот дела. То есть сейчас шагаем на третий. Коробку пока обкатываю. Намотал уже, получается. Намотал 130 километров на ней. Ну, то есть езжу тихонечко, не газую. Ну, вот так вот. В принципе, работает нормально. По рядам я не знаю, но вроде точно такие же ряды. Что-то особых замечаний я как бы не увидел. Сцепление немножко забывает, но это, видимо, еще не притерлось. То есть просто машина стоит на нейтралке, работает. Слышно, что такой нибудь не сильный, но такой вой есть. Так, что-то наподобие. Вот так вот сцепление выжимаешь, вой пропадает. То есть сцепление мягонькое совсем, потому что там смазано на коробке все было. Так, масло в коробку немного перелил, но я думаю, что плохого для нее сейчас ничего не будет. Там немного, буквально, то есть на миллиметра 3-4 выше уровня. Сейчас как быстро не езжу. То есть вчера 80 ехал, больше не ехал. То есть думаю, что ничего плохого не будет. Сейчас покатаюсь километров 500-1000 намотаю, посмотрю масло, если что, попробую слить, посмотреть, есть окалина, нету. Просто не окалин, но переработка, стружка какая-то или что-то. Так вот, есть тут. Поменяю, наверное, масло, не процежу это. Может, ты масло залил хорошее. Около 2000, короче, масло стоило. Ну вот так. Ладно.